Слава, тут веселые рейды, такие дурачки попадаются. Я тебе отвечаю, это капец. Да, прям каждый рейд по 2-8 человек. За один рейд, короче, 7 руинеров кикнули, честно. Да вот я сейчас, блядь, 10 человек собрал, 2 лока стоит, пишу шкаф, оба стоят, сука. Это ваши руинеры вообще, блядь, в сравнении не идут, просто лоб ставят. Очко горит, блядь. Да тут дебилов много, блядь, забить. Ну то, что вы, конечно, рассказываете, если это прям правда, что вот есть такие тела, которые типа спулил трэш и сразу пишет, ну да, кто пулит-то? Ну, это есть такие. Сейчас да, вот да, я водил пугары, что-то гильдейских не на самом деле собрал. Там такие челики отбитые были, они и пуляли без команды, блядь, и на лане, в общем, просидел с ними полтора часа, блядь, убивал. Ну это видишь, это сервак такой, он фановый, там как бы кач быстро идет. Ну как-то похуй. Я не знаю, ну вот если. Вот, ну просто взять, если вот дурачка, допустим. Вот допустим, дурачок воет, зашел на X5 такой, попал в 3 гильдии, в каждой пулил трэш, и люди кидают его в ЧС уже. И есть вероятность того, что он будет какой-то контент убивать там. Или все-таки весь сервак может его в ЧС закинуть. Ну, как правило, тут у людей по 3-4 аккаунта. Ну, то есть не узнают, да? Вот тут есть такая гильдия, Мурлоки называется. Вот в ней, она типа самая такая продуктивная, много людей в ней, но в ней самое большое количество таких отбитых людей. Ты хочешь сказать, на X2 на сервисе долго качаться? Там видишь, там дело не в каче, дело в доступе. Вот, например, чтобы пойти на Халеона 25 гер, тебе нужно убить Лича 25 гер. Ну и так далее, там по цепочке. Там типа весь контент закрываешь, получается. Да, да. И там еще категории эти ебучие. Ну, головняк, мне как бы похуй на все это. Определенная категория есть. Ну а что там, в Наксе Табиуса с первого раза убивают? Да все там убивается, Накс-то изи. Привет. Накс там шмот, блядь. 200, 213, РБК 240+. Там 226 уже падает. Ну то есть как соль дуара шло. Хороший там такой. Допустим, самый. Скажи, пожалуйста, по новые единства в Сильвусе. Какие там есть новые боссы? Вот где вы ходите фармить Келя, да? Этого Феникса. Вот эти вот боссы. Ну вот только на Келе обычно ходите, а там еще вот есть этот робот, стоит тёлка такая. Феникс. Это на всех ходит. Ну вот. Дальше. Вот и. Ну, робота еще по кругу водил на мыкапу. Ну, мы там в центре танчим. Там по кругу бегают, там шарики, короче, летают. Если шарик весь взлетит, то все сало сводят. Ну и там робот топ отдает. Сейчас я тут босса затанчу. У вас во сколько РТ основное? 18 минут. Ну, идеальненько. А на 8? Это человек, я спрашивал. Тебе про Сирус говорили? Не про Сирус. У нас две гильдии, на Сирусе не X5 уходит. На X1 еще. Ребят, приходите на X1, ДФБ собираю. Если X5, то с 19 минут. Если Сирус, 18 минут. X5. Здравствуйте. Здравствуйте.
настоящего бойца. На арену выходит Ледяной Лев. Сражайтесь или погибнете, герои! О, новый прикол, рассказываю, пишет Фрайховер ММ. Я у него спрашиваю, тактики, убивал ли ты РС за ханта на пул? Он мне через минуту кидает ачиву, и я в этот же момент беру с гильдии ханта с Мизраэль. Я ему пишу, типа, сорян, мужик, я только что хансги написал, его, короче, кикают. Его ответ шокировал всю маршрутку. Пишет, ебучая русня, как тёлки за слово никто не отвечает, сука. За скринью, и это пойдет в коллекцию. Блять, ни дня без этих дурачков. Это все славный лук цепи. Ну как здесь можно играть? Как? Ну это жесткий какой-то сервак вообще. Надо гильдию собирать, пытаться, чтобы улучшать набирать. Ну типа народа больше, значит и долбоебов больше, это примерно так работает. Это с 2009 года. Херня на серваке. В 2009 мы только на X1 начали играть, блядь. Я не знаю, когда X1, на X1 было 6к онлайна. Тоже как здесь. Я не замечал таких долбоебов, как здесь. Не, просто я здесь. Надо добавил больше в черный список, чем в прошлом сервере за 8 лет. Я просто на этом серваке с 9 года играю, поэтому я знаю. Не говоришь ты так. Добрый день. Счастливого пути. Что тебе угодно? Сейчас великий чернокнижник Вилфред Непопамс. Ой, а кто у тебя еще есть? Готовьтесь к бою. Ведьмом, тебя погубит твоя самоуверенность. Перед вами Чараксус, эреданский повелитель пламенного легиона. Что?
Все, я нашел. Осталось одного танка найти. О, Андробоб. Интересный человек, конечно. Личность прикольная. Он неадекватный или нормальный? Ну, он в каждом рейде, который он заходит, начинает меня хуйсосить. В БРСках он вроде типа нормальный, забейте, в БРС вообще нормальный. Но на постоянной основе тот же самый ЦЛК брать его. Ну, у меня он в ЦЛК 25 в каждом рейде почти что левый. Палуту не устроил, ливнул. Что-нибудь заебало, ливнул. К счастью, вы победили демона, и теперь вас ждет новый противник. Ну когда же Сатерн наловчил? Ну, Холи Пал, он, конечно, божественный. На Холи Пале отыгрывает пикетка хорошо. Холи Пал, не знаю, там он угонял на частицу, а танк горит. Нужно, наверное, за Холи Пала играть. Ну, даже тут есть такие Холи Палы, блядь, которые не могут Валику прохилить. Я так и не понял, как, какой секрет там хилить Вальку, блядь. Что-то в Герке вот недавно был, ходил какой-то гильдой там буквально, помочь залетел к ним. У них Холи Пал хилил меньше, чем Ордруи. Я вообще не умею играть, тупо жму две кнопки и все убивается. Вон, проверяете, уже пошли всяких пиздеж какой-то. Нравится этот игрок. Thank you.
Блин, у нас, короче, два катавра и один мишка еще дальше. Красная фурия Лок 6.5, знакомый ник. Во имя темного повелителя, во имя короля Лича, вы умрете. Ребята, а можете мне в Дискорде выдать роль, там типа гильдей? Я его шаманом состою. Ник Сосик. И там, и там. Сейчас я тебе переименую на никнейм. Кину участник. Сова, нужна 6-1? Да. Да, ассиста на Андербоба. Здорово! Ты все еще сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов! Все, выбираю. Терминчик? Нет. Это я этот ник в Дискорде уже видел. Ну, уже кикнули меня раз 25 хуя. Чего? Не-не, ничего, забей. БДК нужен? Хороший. Судя по тому, что БДК не зайдет, походу, да. Себя как бесстрашные герои серебряного авангарда. Мы вместе нанесем... Если аккаунт есть, опять же, будет. И разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания... Нужен? Я могу добрать еще. Да, бери. Будет. Делиш, ты тут? О, Ривоток. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне.
Фордринг. Озеро, ты зайдешь? Санёк, ты тут Пеппер? Ваню или... Да, сейчас пару минут еду. Я сейчас тебе Релла передам. А сам отойду. Надо много сгонять. Если не перейду, то можете меня какие-то заменить другого ДД, там быстро найдете. Что у нас шуша? В магазин говорю, если не приду, там минут две можешь искать ДД и заменять меня. Лучше приходи. Блин, это в магазин надо. Ты тут такую новость сообщил, что все серии вышли. Я сам еще не смотрел ни одну серию. Надеюсь, не сильно разочарует. Разочаруешься? Ну, я как бы не расист, но... Бля... Если там откровенно говно игра актеров будет, то это хуёво будет. РЛ, ты звук? РЛ. Да, шо? Чё танчи треба? БДК. Ты херозный. Потом посмотрим уже на Харионе. Пока треба. Что ты умеешь танчить? Свет, тьму. Это не Рева говорит. Здравствуйте. Так, без справки. Здравствуйте. Это демон. Демон. Ну, молодец, летивает. Фильм хороший, но актеры гамбл, конечно. Блять, меня тут не прохиливает нихуя. Мишку моего. Все, Никси, десятка осталась. Я не могу заходить. Принимайте сумму, мне покажите, там третья пати, друид, что там, дорога. Паладин и Пафом что-то разобрались?
Так, кто тут вообще? Чек на ФК. А чё, Ваня, у вас там аккаунта в натуре нету? 6 КГС хотя бы. Не, у меня нет, у меня только свои там 2 штуки. Ну, каски, кулаки, М5 кулаки кто-то раздал, баф эти-то, каску там добавил. ДК где-то там, мотоцикл подходи. Так, медведь тоже подходи. Да, здесь тут какие-то там бафы накиньте минимальные, там каску лапу, пристабаф, так уж и трэш танчите. Да, ДК на ДК, ДК, медведь, идите танчите. Дай там пати хоть, посмотрю, что стоит. Тут, наверное, пойдешь там какой-то он второй пати какой-то друид. Жесть, у вас даже ники такие же, как Макс один. Боковой трэш там, не сагрите. Шути, вы, Слава, будешь с нами. Эти вы с нами пойдешь. Да я-то лечу, понимаешь, мне Никси еще десятку тут убить надо. Это минут сколько? 10-15. Зови. Только трэш-то. Потом уже переключусь на ваш сервак. Какой-то милик командира, дерните сюда. Смотрите там сами, хотите командира, можете пить, хотите мелкий дрэш заливайте, все равно. Сагрите вот гвардейца, там танк какой-то трэш танчит. Подведите ближе бомбу. Не надо вот эту кучу следующую ягодить, подождите, пока я тут бейте командира убью. Не подводите командира к тому трэшу, сейчас медика всех поубивает на.
Так, Андербоб, а ты кто там, танком шел, чика там? Кем там тебя брали? Андербоб. Тык по шкафу. Андробоб, ты тут, алё? Да, тут. Ты кем брали, танком или котом? Танком, ну трэш. Ну, спик, если, да. Так. Чё мне сделать? Ну, спик, если в танка тогда. В танк спекаться? Да, да, в танк спекайся. Копию типа забирать? Да, быть на всякий случай на третьей копии. Да, кто там, B20 колосного будет танчить, Ревотоп первую копию и Андробоб вторую. Сейчас надо смоним. Разделяй, где там принимай сум. Паладин там бобов разобрались, а там каскейс есть. Давайте на ФК на пул. Я смотришь, мода с собой только на трэш. У тебя брали на Халёна на трэш, да? Да. А, ну нормально. Ну, давай я откачу. Так, ну ладно, давайте все готовы. ДК иди начинай. Не знаю, как будет там через центр водить или поверху, там сами разбирайтесь. Да, третья копия. Так, через центр будет водить, там отойдите от рожи. Течение. Герой. Сейчас на копии, ДК, готовься, копия. Теперь тоже не стой. Давай, Рева, я заберу, если чё заберёшь, если я отвалюсь. Чё на копия там забирает? Ну ладно, танчи. Там хилю МТ, которого танка, там Рева то похилите. Сейчас подождите, босса, гуляйте, снем. Дайте инер по печеньке, там друиды. Ну, давай, не все. Кто вы там, какой там, начинай, ДК. И я-то не надо, там охотники, думаю, поснимают.
Вместе с Эдой выносите кучу, не становитесь. Все в кучу побежали. О, молодец, Луна, хорошо вынес метку и разрул. Прям топчик. Там сова риснешь, разру пятая пати, а разру риснешь чмоку. Че он откатится? Смотрим, метки света выносите. Ну, треугольник, ты че? Да, блин, пока рейсом, короче, закрепал. Ну, вылетел, сами смотрите. Как вы будете хрёну убивать? Если будете на хрёне тупить, я вас буду менять, если шо.